Поехали. Итак, как чистить рыбу? Отрываем голову. Вот так вот. Затем отрываем плавники. Все как в машину. Затем засовываем руки во внутренность. Вот сюда. И по хребтине. По хребтине. А раз, рываем ее. А пополам. Разорвали пополам. Здесь небольшой фрагмент внутренности. Кто впечатлительно не смотрит, вот так, убрали. Чуть-чуть отделяем икру, пузырь. Так. Отделяем. Кстати, доченька у меня пробовала сегодня рыбку. Это вторая. Отделяем уши. Уши. Вот они, уши. Чем называется уши? Вот если их так представить, будет как ухо. Так. Второе ухо отделяем. Второе ухо отделяем. Это могут не только мужчины, это и женщины могут. Вот кто любит. Вот смотрите, видите, как хорошо рыбка. Вот она чистится. Вот, видите. И мусора самое главное нет. Как не включите, там все квартиры мусорят. Вот, смотрите. Все. Рыбка практически вычищена. А вот эту раз мы и даем нашему оператору и говорим. Спасибо. Вот, смотрите, какая красота. Ой, очень на, первый. Вкусно. Очень вкусная рыбка. Очень. Это рыбка, пойманная мной на удочку в реке Нерехта. Весной. На хлеб. Так что вот, мастер-класс по поеданию пузыря. Итак, Аня, выключи, пожалуйста, вентилятор, чтобы не подпалить пальцы. Вот. Мы в двух спичках зажимаем пузырь. Удобно делать зажигалки. Да, зажигалки. Как в советское время. Очень плохо пахнет. Зато какая красота. О, когда он затрещал, это хорошо. О. И теперь соперники нашей сборной в новом турнире.